Дорогие зрители, перед началом просмотра видео попрошу вас подписаться на наш канал. Ведь только так вы будете каждое утро получать уведомления о том, что на нашем канале появляются интересные новости. Приятного просмотра. К нам поступили трагические новости, друзья. Вчера вечером в Киеве, в центре города, произошло дерзкое нападение на известную украинскую певицу Настю Каменских. На данный момент полиция уже возбудила уголовное дело. Сама певица Настя Каменских с серьезными травмами находится в одной из больниц города Киева. Полиция много чего скрывает в интересах следствия, поэтому многое чего пока не удается рассказать. Пресса пытается связаться с самой певицей больницы, но пока это невозможно. Ждем подробности, очень надеемся на то, что уже в следующем выпуске у вас появится возможность, дорогие друзья, более подробнее узнать о том, в каком состоянии находится Настя Каменских в больнице. Смотрите наши новости, не переключайтесь.